На этом видео я собираюсь показать вам, как использовать NoTouch OS USB. Итак, подключите флешку в ваше выключенное устройство, а затем включите его. Далее нам необходимо перейти в меню загрузки. Производители используют разные клавиши для вызова меню загрузки. На данном устройстве это клавиша F12. В предложенном списке нам необходимо выбрать устройство для загрузки с USB и нажать Enter. После этого система предложит нам вариант загрузки TouchOS. Есть вариант Live Boot, который является временным, или вы также можете установить TouchOS с данного USB на ваше устройство. В этом видео мы выберем Live Boot и нажмем Enter. Ваше устройство перезагрузится. Итак, мы видим, что загружается NoTouch OS. И вот оно, NoTouch OS полностью загрузилось. После загрузки NoTouch OS появится мастер-установщик, который поможет вам настройки данной операционной системы. Также, если мы перезагрузим ваше устройство отсюда, то автоматически загрузится ваша оригинальная система.